Вот вдвоем едем на рыбалку, загрузили вот в таком положении. Двое волокуш взял, сам буксировщик и там куча еще шмоток. Палатка там, рюкзаки, снасти. Вот так вот закрывается. Почти. Почти закрылась. Закрывается? Вот. А вот закрылась. Все. Потеряли, мужики, подбери. Сейчас только что уехали эти. На Буране потеряли, сейчас мы им отдадим. Мы, короче, проехали где-то пару километров. Сейчас мы выйдем на одно озеро, потом на второе. Вот. И там нас ждут уже, там ребята уже на снегоходах тоже приехали. Надеюсь, сегодня будет рыбалка вообще обалденная. Ладно, поехали. Всем рыбакам привет! Сегодня мы отправились на рыбалку, на окуня, на щуку. Вырвались на озеро, не знаю, как называется, вот, с ребятами, нас уже ждали. В общем, посмотрим, как выйдет на этот раз рыбалка, надеюсь, будет удачная. Попробуем на балансир, на мормышки, ну а мы погнали порыбачим. Сегодня попробуем половить на балансир типа лакеджоновская. Вот, заказывал я его на Алиэкспрессе. Если что, ссылка будет в описании. Посмотрите. Недорого стоит. Ну вот, еще один попался. Балансир рабочий, хороший. Крючки острые, за все цепляются. По-моему, щука. Сука, оторвала. Оторвала мой балансир. Лёва! Балансир оторвала, щука. Сейчас серьезный сход. И оторвала мой любимый балансир с Алиэкспресс. Жалко, конечно, обидно. Прям чувствовал, что это была щука. Ну ладно, еще будем заказывать. Ну и вы тоже себе такое закажите. И ставьте потолще леску и получше поводок, не так, как я ставлю. Ну,
Ушел, ладно. Он свое отработал. Че, как успехи? Обед. Чай будем пить? Конечно. Уже чай уже будет. Обед. Ну да. Перестал сделать. Ну вот. Напарник наловил. Окуней. Ну, есть прям хороший, прям такой грамм по 500. Ну и вот наш улов. Не густо, конечно, но есть хорошие экземплярчики. Вот такой окунь. Грамм на 500. Хороший. Даже может 600. Вот. Ну и мелкие попадались. Одна щука. На балансире я вытащил на Лаки Джоновске. И потом эта щука оторвала. Ну что, давайте. Погнали? Да, давайте. Надо, мы сейчас еще часики тоже поедем. Да, сейчас темнеет уже. Нормально. Местами, конечно, когда он заваливается, тяжело им рулить. Вот, поэтому я установлю модуль толкач, с ним будет чуть-чуть полегче. Лучше, конечно, чем пешком или на лыжах. Вот. Проехали примерно где-то в одну сторону 5 и обратно 5. Нормально, 10 километров, бензин даже еще не истратили. Там я не знаю, сколько осталось, но осталось. В общем, всем пока, всем счастливо, до следующего.